Приветствую вас в программе «Постфактум». Мы на телеканале «Обнинск ТВ». С вами Дмитрий Глухов. Вновь вспоминаем интересные события уходящей недели. Начинаем. Строительство современного комплекса по переработке отходов в регионе необходимо. Об этом говорилось на заседании правительства области. Мы перестали быть маленьким городом. Это проблема большого города. Состоялся отчет главы администрации Обнинска о проделанной в 2021 году работе. Да, я не специалист, но я здесь живу, а вы здесь не живете. Вы, может быть, и специалист, но вы здесь не живете. Проблемы со сквозным проездом автомобилей через 32-й микрорайон снова рассмотрела комиссия по безопасности. Мы живем не в Африке, да, где водопады приносят прохладу и освежают, а у нас зимние водопады внутри дома. Но управляющая компания до наступления тепла крышу ремонтировать не станет. В чем причина? Шестнадцатого числа губернатор Калужской области провел встречу с Денисом Буцаевым, генеральным директором публичной правовой компании «Российский экологический оператор». Было подписано соглашение о взаимодействии по вопросу реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Документ будет способствовать модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Планируется минимум вдвое сократить количество мусора, который захоранивается на полигонах, а также увеличить объемы глубокой и высокотехнологичной переработки отходов, сообщается на сайте правительства Калужской области. На этой неделе вопрос по обращению с отходами обсуждался на заседании правительства региона. Согласно указу президента, к 2030 году сортироваться должно 100% отходов, а объем отправляемого на полигоны снижен до 50%. В Калужской области ежегодно образуется 400 тысяч тонн отходов, и пока существующая инфраструктура не позволяет снизить число подлежащего захоронению мусора. Без строительства современного комплекса по переработке, глубокому разделению и вторичному использованию мы не сможем радикально снизить количество захораниваемых отходов, отмечал губернатор Владислав Шапша. Во вторник глава администрации Татьяна Леонова отчиталась перед депутатами Обнинского городского собрания о проделанной в 2021 году работе и об основных направлениях работы на 2022 год. Вновь из-за коронавируса очное взаимодействие с гражданами на таких мероприятиях отсутствует. Для горожан проводилась прямая трансляция в социальных сетях. Глава администрации отметила, прошедший год для Обнинска можно назвать хорошим. По национальным проектам город получил более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. В целом бюджет 2021 оставался социально ориентированным. Увеличилось население города, выросло количество инвестиций, больше 14 миллиардов рублей. В 2021 было введено 115 тысяч метров квадратных жилья. Собственники из нескольких ветхих домов на улице Комсомольской получат в текущем году квартиры в новых зданиях. Были реализованы проекты по благоустройству, строительство скейт-парка, общественная зона на Курчатова, 13, аллея на улице Победы. Большая протяженность автомобильных дорог была отремонтирована. На это ушло 164, практически 165 миллионов рублей. А кроме того, мне кажется, очень интересным и важным было решение о проекционных пешеходных переходах. Город зеленый, и мы хотим, чтобы он был еще более зеленый. Поэтому было высажено более 1000 деревьев на территории города и более 2000 за территорией. Мы восстановили в этом году станции мониторинга воздуха и продолжаем работу по раздельному сбору мусора. Важным стало получение городом инфраструктурного кредита для модернизации общественного транспорта. Автобусы планируют приобретать газомоторные, нужно строить заправку. Татьяна Леонова рассказала, что подписано соглашение с «Газпромом». Глава администрации отмечает, маршрутная сеть Обнинска нуждается в корректировке. Для ее проведения привлекут специалистов. Говоря о научной составляющей, Татьяна Леонова назвала следующие цифры. За год проведено 45 мероприятий, из которых 13 – международные. Более 600 патентов на интеллектуальную собственность получили наши ученые. Конечно, было упомянуто подписанное Михаилом Мишустиным постановление о создании инновационного научно-технологического центра в Обнинске. Более 28 миллионов рублей потрачено на культурную сферу, отремонтированы музыкальные школы, центральная библиотека. Татьяна Леонова уверяет, не забудут и про библиотеку старого города и стекляшку. Здесь очень важно понять, а кто мы на самом деле, как себя позиционирует Обнинск с точки зрения науки,
И я думаю, что вот Обнинск как мировой лидер ядерных и медицинских технологий, это задачка, которая нам очень посильна. Это тоже очень важная задача на 2022 год, чтобы определиться наше место в Калужской области, наше место в федеральной повестке. Я говорю, что наше место в мировой повестке, потому что если мы говорим, что мы мировой центр, значит, мы должны понять, где наша именно точка роста. Город должен быть комфортным для его населения, подчеркивает градоначальник. В 2022-м планируют заняться комплексным развитием микрорайона Мирный. Было сказано, что комфортным должен стать каждый двор города. Чтобы сделать это, нужно увеличивать финансирование программы ТОС, реализовывать инициативные проекты, а также разработать рейтинг управляющих компаний, чтобы отсеять недобросовестных и нерадивых. Сфера жилищно-коммунального хозяйства требует серьезных реформ. Нужно увеличение автомобильного парка МПКХ. Системы тепла и водоснабжения Наукограда нуждаются в модернизации. Не обошли стороной и тему медицины. Мы очень ждем, что этот год начнется реорганизация первичного звена. Эти деньги, которые выделили, они начнут действовать. Кроме того, мы продолжаем доплачивать медикам, которые работают на скорой помощи в приемный покой. Мы компенсируем под наем жилья. По словам Татьяны Леоновой, в медучреждении масса внутренних управленческих проблем, которые требуют решений. За 2021 год клинической больнице номер 8 из городского бюджета было выделено 24 миллиона рублей. Высказалась глава администрации и о миграционной политике. Владислав Валерьевич принял те решения, которые, соответственно, были очень своевременны и очень необходимы. Это наша задача не то, что закрыть, да, миграционный поток. Наша задача, чтобы пришли те люди, которые нужны в городе, которые есть по запросу бизнеса, которые готовы адаптироваться. Поэтому очень важно, что и школы наши активно в это включены. И что они успешно работают с детьми, и дети начинают и активно разговаривать на русском языке и, соответственно, разделять уже наши ценности. Уже заключено концессионное соглашение с одной из госкорпораций на строительство школы номер 19. Техлицей и образовательное учреждение номер 3 рассчитывают включить в программу и капитально отремонтировать. По завершении отчета слово взял губернатор Владислав Шапша. В чем многие проблемы Обнинска сегодня? В том, что мы перестали быть маленьким городом. Это проблема большого города. Вот все, что мы видим сейчас, это проблема уже большого города. И к этому тоже нужно адаптироваться. Это не значит, что надо привыкнуть к этим проблемам и согласиться с ними. Надо научиться их решать по-новому. Надо научиться самим быть другими. Обнинск – самый процветающий город на территории Калужской области, подчеркнул губернатор. Отчет главы администрации депутаты приняли единогласно. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В минувшие выходные в городе состоялись общие собрания собственников жилья в домах под управлением общества с ограниченной ответственностью ЖКУ, которое находится в процессе лишения лицензии. На этих встречах обнинцам объясняли, как действовать дальше. Одна из таких встреч прошла около Дома культуры ФИИ. Сотрудники администрации встретились с жильцами 10 многоквартирных домов, расположенных на проспекте Ленина, на улицах Лермонтова, Гоголя, Блохинцева, Мигунова. 28 января 2022 года администрации города Обнинска было получено уведомление от Государственной жилищной инспекции Калужской области об исключении из реестра лицензии региона сведений о многоквартирных домах, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью ЖКУ. Таких зданий было более 60. Об этой управляющей организации в городе отзывы не самые положительные. На общем собрании собственников с представителями администрации Наукограда, состоявшемся 12 февраля, было высказано немало жалоб в адрес компании. Сантехника, фасады, крыша, все разваливается. Управляющей компании за все это время ничего не сделано. Вообще ничего. У меня, Лермонтова 3, за все время... За 30 лет, мне 38, что я живу тут, было проведено всего два капитальных ремонта. Перекрыто асфальт во дворе и заменена крышка люка. Это называется капитальный ремонт. Регулярно губятся наши дома. Извините, я здесь живу 60 лет. Понимаете, первый раз, когда делали ремонт,
компания вызывали инспекторов, понимаете, из Калуги. Обнаружилось, что даже не прибито железо было на крыше. Понимаете, протекло все, все ремонты, все. Вот дом, сделанная крыша, где сосульки? Посмотрите, я не могу выйти из подъезда. Пойдемте ко мне, я вам покажу. У меня висит двухметровая сосулька, которая упадет на голову моих детей. Где работа администрации? Вы ждете, когда это все свалится и будут жертвы? Не работают УК, ну не работают. Хоть обзавались жалобами. И таких нареканий звучало немало. Жители хотели знать, какое влияние способна оказывать на управляющие компании администрация. Однако действенные меры уполномочены принимать в данном вопросе специалисты Государственной жилищной инспекции. По опыту жителей микрорайона «Старый город», порой даже предписания ГЖИ не могут заставить УК работать добросовестно. В каждую управляющую компанию можно обратиться, да, и предложить управляющей компании считать стоимость обслуживания вашего дома. Вот. Каждая управляющая компания должна вам предоставить стоимость каждых работ, которые есть минимальный перечень работ, которые должны делаться на доме, и есть те работы, которые необходимо еще сделать. Они, управляющая компания, вам предоставит эти перечень, уже вы советом дома, если у вас есть, если нет, соответственно, там собраться всем домом и решить. Устраивает ли вас эти цены? Допустим, случилось такое, что мы не пришли к единому мнению или нас не взяли. Дальше что нам делать? Мэрия нам назначит кого-нибудь принудительно или нет? Значит, будет проведен конкурс, определен тариф, именно тариф, который необходим для этого дома. После определения тарифа будет проведен конкурс. Если на конкурсе не выйдет ни одна компания, тогда администрация имеет право назначить управляющую компанию на год. Много вопросов прозвучало относительно тарифов. Отдельные управляющие компании города, по мнению обнинцев, ценник, что называется, заламывали. Одна из таких организаций, рассчитав тариф, выставила сумму в 80 рублей за квадратный метр, что не устроило собственников. Можно выбрать управляющую компанию, которая уже обслуживает у вас дома в старом городе. Это не была одна управляющая компания ЖКУ. Можно другую, можно, скажем, обратиться в управляющую компанию, у нас их целый список. Можно встретиться с руководством и обговорить тариф по вашему дому. Если у вас достигнута будет договоренность, дальше процедура – это протокол общего собрания. То есть вы, как собственники, должны будете заполнить бланки. Дальше будет оформляться протокол общего собрания. Данный протокол будет направляться в Государственную жилищную инспекцию. Людей также волновали процедура выбора управления, как проводится голосование и происходит смена УК. И самое главное, кто отвечает за обслуживание домов, пока решение еще не принято. Специалисты комплекса городского хозяйства постарались ответить по всем волнующим горожан темам, максимально полно предоставляя информацию. Теперь решение за собственниками. Кристина Забошко, Сергей Мокрицов, Обнинск ТВ. В четверг городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения провела встречу с жителями нескольких домов 32-го микрорайона. На стыке улицы Королева и проспекта Маркса автомобилисты осуществляют сквозной проезд через несколько дворов, что не устраивает значительную часть проживающих здесь людей. История эта всплывает не впервые. Не впервые комиссия берется за эти дворы. Получилось ли найти решение? Пешеходный тротуар присутствует не везде и порой ведет в никуда. Постоянно есть риск попасть под колеса, да и просто шум, выхлопные газы, иногда целая вереница машин. Часть жителей добивалась, чтобы сквозной проезд через дворы был перекрыт. По их мнению, тогда отпадет необходимость сюда сворачивать у большинства, кто объезжает круг Маркса, Гагарина, Королева. Да, здесь привозят ребятишек к садику и художественной школе, но это минимум от общего числа, и возможность подъехать у них останется, считают жители. Ранее комиссия отказала горожанам. Замглавы администрации по коммунальным вопросам Игорь Раудови объяснял: «Мы перекроем, еще хуже будет». Тем более, не все местные, говорит замглавы администрации, согласны с таким радикальным решением. Людям, однако ж, нужна помощь. Хорошо, нельзя перекрыть, но чем-то помогите. Отчаявшись, обратились на личном приеме к губернатору, и уже на следующий день глава администрации Татьяна Леонова дала поручение комиссии собраться еще раз, посмотреть внимательнее. Такова краткая предыстория встречи в четверг утром. Сейчас необходимо перенаправить поток
машин, распределить его, потому что мы не сможем с вами перекрытием движения внутри микрорайона решить вопрос, потому что количество автомобилей и люди, живущие в этих домах, каким-то образом должны все же добираться до своих домов. А все доберутся? Нет, все доберутся, проблем нет. Вот там заезд есть, там заезд есть, везде есть заезды. Нет заездов, это микро... заезды. Есть, вот тут вот заезды есть. Где здесь заезды? Вот здесь, вот прямо с Маркса сюда заезд, пожалуйста. Нету здесь заезда. У нас есть от дублера только по Ленина, разворота по Маркса нет, он закрыт. Когда город проектировался, все же проектировщики, специалисты в этой области, и они организовывают движение таким образом, чтобы техника, которая вывозит мусор, которые люди подъезжают, должны каким-то образом не крутиться на месте и разворачиваться и уезжать, а должны осуществлять проезд насквозь, чтобы не было заторных ситуаций. Жители и члены комиссии объясняли друг другу свое видение ситуации, но вот слышали ли они друг друга на самом деле? Пришедшие навстречу люди считают, решения опять принимаются не в пользу пешеходов, а в пользу автомобилистов. Большинство вновь просило ограничить возможность сквозного проезда. Один из основных еще вопросов есть, что там дорога перекрыта, да? Мы сейчас попробуем рассмотреть вопрос переноса вот этого закрытия сюда ближе, чтобы, как говорится, меньше поток ехал с этой стороны. Вот, мы тем самым, ну, ограничим уже часть водителей, они будут заезжать со стороны Окриджа. Там и место больше, и площадка больше. И посмотрим, ну, это не за один день будет, это, соответственно, месяц, два, три нужно будет посмотреть динамику, да, потока машин, как он уменьшится. Соответственно, дальше мы разрабатываем тротуары вокруг вот этих двух домов. Для начала будем смотреть, как будут тротуары, с вами согласуем, стоянки, посмотрим, да. Стоянки по возможности, ну, вот уже люди привыкли стоять. Соответственно, здесь уже просится тоже стоянка. Пешеходные дорожки вокруг свечек. Правда, жители напоминают, машины заезжают на тротуары, если надо. Вновь было сказано, что не смогут проехать экстренные службы, мусоровоз и так далее. Председатель совета 44-го дома Вячеслав Мельников возражал. Никаких проблем у пожарных или у грузовика мусорки не возникнет, клиренс высокий. К тому же заезды во дворы останутся. Полусферы могут представлять угрозу для автомобилей, если кто-то по незнанию налетит, аргументировали представители комиссии. К тому же будут образовываться пробки. И пусть, отвечают жители, раз образуются два, три, а на четвертый раз автомобилисты запомнят, что ловить тут нечего. Люди, многие отсюда едут туда, но оттуда едут вот так. Они здесь сталкиваются, начинают разъезжаться, не разъезжаются, заезжают на газон. Газон непонятно в каком состоянии. То есть, когда растает, вы сами посмотрите, что там происходит. Почему закрыли за тем домом дорогу? Вот за тем домом перекрыли. Был сквозной проезд. Закрыли. Что, что к садикам, то, что к Окриджам, все едут через нас. А вот люди это идут вот по той стороне. Здесь, не, здесь есть тротуар, это не тротуар. Согласен. Вот я с внучку свою веду, практически невозможно ее провести. Здесь стоят машины, здесь едут машины, чтобы, а там вообще нет тротуара. Я не понимаю, почему нельзя вот там перекрыть торец? И все, если 90% здесь, а здесь 90% окажется тех, кто транзитом едет. Да, здесь так и есть. Транзитом едут, просто перекрываем. Просто перекрываем. Является транзитным проездом. Ну, микрорайон почему должен быть удобный для жильцов, для жителей, не для, для тех, жителей, кто проезжает не здесь для машин. В процессе съемки через дворы постоянно курсировали автомобили. Каждый люди провожали риторическими вопросами. Ну и куда он поехал, почему он тут едет? Дальнейший план действий по 32-му микрорайону следующий. Организация будет разрабатывать проект организации дорожного движения 32-го микрорайона. После того, как будет разработан проект, будем уже это, собираться и смотреть, какой из вариантов лучше подходит для жителей этого микрорайона. Вместе с жителями? Да, конечно. Сколько времени потребуется? Игорь Раудуви отвечает, что месяц уйдет на конкурсные процедуры, потом примерно месяца три на разработку. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. В эту зиму жалоб на протечки крыш огромное количество. Как ранее докладывал на планерке заместитель главы администрации по городскому хозяйству, более 70 обращений по протекающим кровлям. Из них 48 по зданиям общества с ограниченной ответственностью ЖКУ. Дому на улице Королева 5 как раз не повезло, через прохудившуюся кровлю льется вода. На что и пожаловалась обратившаяся в телекомпанию жительница. Ну вообще мы живем не в Африке, да, где водопады приносят прохладу и освежают. А у нас зимний водопад. И внутри дома, с крыши 5-го этажа, последний подъезд. И, по-моему, не только наш подъезд. Мало того, что в квартирах в угловых на 5-м этаже растет черный грибок, сырость протечки, который обещал предыдущий управляющий устранить. А теперь течет в подъезде лужа, и стены все мокрые. На наше обращение приходил техник-смотритель, посмотрела, зафиксировала.
на вопрос, когда и что будет решаться, как, она сказала, зимой крыши типа не ремонтируют, ждите тепла. До тепла у нас еще 2-3 месяца в лучшем случае. За 2-3 месяца, учитывая, что ночью минусовые температуры, днем плюсовые, в общем, что будет со стенами, с квартирами, с домом, непонятно. Хотя, когда жильцы не платят что-то за их услуги, которые не оказываются, они передают дела в суд. А если они не исполняют, то это так и должно быть. В квартиру и раньше текло, пошел грибок. Возиться с его выведением пришлось самим. В ЖКУ, по словам Любови Майер, обещали помочь, но не помогли, несмотря на вмешательство Государственной жилищной инспекции. По мнению жительницы, было бы желание, любую проблему можно было решить, чтобы людям помочь. Пусть временно, чтобы дождаться тепла не в таких условиях. За комментарием обратились в общество с ограниченной ответственностью ЖКУ. Конечно, управляющая компания находится в процессе лишения лицензии, но пока не будет выбрана новая организация или не будет создан ТСЖ, нынешняя компания обязана должным образом содержать дома. И началась старая песня о старом – попытки связаться с директором. По основному телефону с сайта было не дозвониться в течение 2 дней. Телефон инженера неправильный. Правильный удалось получить только через техника-смотрителя, но все равно инженер был неуполномочен комментировать. Все дороги ведут к директору, которой не было на месте в пятницу, когда съемочная группа приехала. Дверь закрыта, сотрудники внутри на стук не реагируют, хотя прекрасно видят нас сквозь стекло. Не без помощи заместителя главы администрации связаться с директором Мариной Зуевой все же получилось, и выяснилось, что ее руководство решило, комментировать ситуацию будет не директор. Итак, комментарий. Работы по очистке кровли от снега и наледи проводятся согласно регламенту. Специалистами ЖКУ локально восстановлена герметизация кровли. Ситуацию усложняют неблагоприятные погодные условия. Обильные снегопады и постоянные перепады температуры провоцируют повреждения утеплителя кровли, в результате чего возникают протечки. К выполнению текущего ремонта мы приступим при благоприятных погодных условиях. Работы по полной замене кровли и утеплителя всей кровли относятся к работам капитального ремонта, и в тариф содержания и ремонт не входят. В переписке представитель ЖКУ отмечала, что «мы понимаем жителей и их неудобства, но сейчас текущий ремонт проблематичен из-за отрицательных температур. Нужно ждать плюса». Вот такая вот история. А сейчас жителям важно выбрать ту управляющую компанию, которая бы смогла должным образом содержать их дом. Вряд ли появится второй шанс. Важно не ошибиться. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Двенадцатого февраля в Обнинском доме культуры физико-энергетического института состоялся показ спектакля «Арт». Актеры Обнинской экспериментальной театральной студии «ДЫМИ» представили горожанам Первого Наукограда свое видение интеллектуальной комедии французской актрисы, сценариста, писателя и драматурга Ясмины Реза. Обычно, чтобы увидеть лица эпохи, нужно отойти от нее на некоторое временное расстояние. А французскому драматургу Ясмине Реза удалось это сделать, не выходя из современности. Впервые пьеса «Арт» была поставлена на французской сцене почти 20 лет назад, и сразу же ее признали театральным бестселлером. Произведение было переведено на 30 языков, став знаковым событием. Представили интеллектуальную комедию и на суд обнинской публики. Ну, мы репетировали полгода, премьера состоялась год назад, и вот уже второй спектакль мы играем здесь, в органном зале Дома культуры ФИИ. Сценическая интерпретация темы дружбы через знакомство зрителя с тремя закадычными друзьями – любителем классической живописи Марком, сторонником современного искусства Сержем и миротворцем Иваном – совершенно разными, но такими близкими публике. На небольшой сцене Дома культуры Наукограда «Трое» и белоснежная картина, породившая жаркий спор о насущном. Это пронзительная история о сокрушении самого ценного человеческих взаимоотношений. Автор и режиссер повествуют про внутренние перипетии каждого при выборе между эгоизмом и дружбой. То, что Серж купил эту картину, это очень беспокоит меня, это вызывает во мне смутную тревогу. Я вышел от него, выпил 3 таблетки герсемиума. Это мне Паула посоветовала, она еще сказала как-то там герсемиум или Игнация, я не очень в этом разбираюсь. Но то, что действительно меня очень беспокоит, это то, что Серж покупает эту картину и отдает за нее 200 кусков.
Про спектакль часто пишут. Троих мужчин соединяла дружба, пока один из них не купил картину за бешеные деньги. Реакция друзей на произведение неизвестного художника была настолько разной, что все скрываемые ранее разногласия оказались на поверхности. Это и отношение к искусству, и к женщинам, и к успеху, деньгам, и к самой дружбе. Марк, он приверженец классики. Ему такое нравится. Да подожди ты, Клай. Он засмеялся. Он засмеялся каким-то сардоническим смехом. Без тени юмора, знаешь, без тени обаяния. Он в последнее время, да, немного мрачен. Да какой мрачен? У него юмора нету чувства вообще. Сегодня в нашу обычную жизнь свои коррективы вносят пандемия коронавирусной инфекции, из-за чего требуется соблюдать санитарные нормы и правила. В числе таких – ограничения по количеству участников в мероприятиях. Знаете, когда вот только открыли театры после пандемии, была вообще 25-процентная рассадка сначала. И было, конечно, немного диковато, и артисты чувствовали себя необычно. Но ко всему привыкает человек. В конце концов, лучше в таких обстоятельствах играть спектакли, чем не играть их вообще. Олег Демидов также поделился планами на будущее. Сейчас готовится спектакль, приуроченный к празднованию Дня Победы по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Второй спектакль, который также вскоре представит экспериментальный театр Обнинска, создается по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В субботу, 12 февраля, на базе спортивной школы Олимпийского резерва Александра Савина состоялись финальные игры в рамках соревнований по пляжному волейболу на Кубок губернатора Калужской области. Кубок губернатора Калужского региона по пляжному волейболу – это состязание, открывающее спортивный сезон 2022 года в Наукограде среди пляжников. Участие принимали юноши и девушки 2003 и 2004 годов рождения. Кубок губернатора. Я присутствовал на первом Кубке губернатора 15 лет назад, когда только открыли пляжный стадион в городе Обнинске летний. Но сейчас сделано вот у нас... База улучшается по развитию пляжного волейбола, как раз в Обнинске. Сделан хороший спортивный комплекс для подготовки игроков. Тем более вы знаете, что представители города Обнинска у нас на Олимпиаде, уже у нас есть медаль, именно подготовленные игроки города Обнинска. Главный судья соревнований отмечает, что пандемия новой коронавирусной инфекции внесла серьезные изменения в порядок проведения турнира. И более того, количество спортсменов-участников заметно уменьшилось. В этом году пандемия внесла очень серьезный, конечно, у нас такой минус в том, что закрылись некоторые регионы, у нас не выпускают детей. То есть... Варианты у нас есть уже 17 областей. Вот у нас летом этого года участвовало вот этого возраста 2003-2004 14 регионов. Сейчас смогли только 4 региона прислать свои команды. Зимние соревнования, прошедшие в минувшие выходные на базе Обнинской спортшколы Олимпийского резерва по волейболу, состоялись впервые. Организаторы надеются, что со следующего года это мероприятие будет пользоваться большим спросом у спортсменов Центрального федерального округа. Игорь Макаров также рассказал о том, как проявили себя волейболисты первого Наукограда. У нас юноши как раз заняли первое и второе место. Как раз команда Обнинска у нас получила право участвовать в финале первенства России. И девушки у нас заняли первое и третье место. Так что, я считаю, и третья команда боролась с командой Московской области и могла их обыграть и тоже попасть в финал. Ну, немножко более опытные девочки Московской области, конечно, не смогли их одолеть. После команды, которые заняли первое и второе места среди юношей и девушек, отправятся в начале марта на финал первенства России, который состоится в Анапе. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это была программа «Постфактум» на канале Обнинск ТВ. Увидимся с вами на следующей неделе. До встречи!